Иисус, расслабься. Ну, потай. В поисках дороги. Пожалуй, вот тут вот самая чача по всей дороге. Более-менее здесь вот. Нет, даже не здесь. Вот тут вот. Только на пониженной прошел. Проскочил сюда, потом решил все же сначала обратно машину вывести, а потом уже камнями заниматься. А то к вечеру застрянешь, и домой надо будет ехать и выбираться. Так что вот, пойдем на кофе. Все заросло. Прекрасная маркиза. Все заросло. Все заросло. Вот такие сосны ели. Ну что, по тропинке. Дождь идет, все сырое, трава сырая. Ну, какой муравейник красивый. Дедушка старый, ему все равно. Так, и что тут, первая удача, да? Это же мои отвалы вообще-то. А, ты здесь раньше работал, да? Это моя яма, которые засыпали сверху. Да, тут рядом. Просто пробросы идут, они же постоянно. В грязи не видно нифига. Да. А смотри, мы... еще вот здесь вот гранатики. Да. Ну это в шпате, вот в кварце они более сохранные. Но пока ничего нету. Пока еще отвалы разгребают эти же. А, завалили. Ну, ну понял. Конечно, это же основное время уходит на расчистку копий, которые кто-то завалил. Тебя то ли можно тоже снять? Нет, у меня. Не надо тебе? Нет, ну. Я же должен заснять все это хозяйство. Да уж, вообще-то интересно, гранаты, шпаты. О, листы московита какие. Красиво. Красиво. Так, судя вот по ямкам, жила вот так вот и идет. Вот дальше. Дальше. Отсечь что ли хвостик или яму что-то продолжить. Это я уже мокрый, конечно, лазить.
Ну ладно, начнем где-нибудь. Невозможно уже работать. Дождь хлещет. Вообще, конечно, материал здесь интересный. Классно тут и слюда идет, и пигматит. Пигматит, конечно, не очень, но все равно интересно. Жаль, сегодня не удалось. Просто невозможно работать. Насквозь промокли. Ребята что-то нашли немножко. Фотографирую. Где-то там. Так. О, вот это образец уже. Вот это классный образец. Вот гранат. Так, сфотал его. А, так тут еще с одной стороны. Вон на шпатике сидит. Прекрасный образец. Держи, смотри. А тот второй давай. Вот тоже. Этот уже снимал. Ага. Мелочь. Попал, правда, почти что жил. Ну я жил, нашел. Ну что ты? Этого мало. Ну что? Вот это вот. Знаете, держите, побросу вам шатуши. Это мои уже снимал. Ну, голода какая. Красивая. Здесь грунт хороший, поэтому как-то около болота не вкопался грунт. Ага. Легковой-то точно сюда не проедет. Рыжики стоят. На обратном пути можно будет собрать. Тоже рыжий. Гнуса полно, конечно, в лесу. Так вот, мазь забудешь, неприятно. Его искусает. Вот еще красавец стоит. Еще один. А тут семейка целая. О, какие белые грибочки.
Ну вот, вроде мелочь, первая ласточка. Но зато и жилы не затвала. Так что вот, интересно. Обалдеть, какая сушь. Ни одной лужи нет на Володе. Так и болото высохнет. Здесь вот вода текла через дорогу. Нет, ничего не видно. Даже намеков нет. Вот люди, собирающие клюкву. Вот. Пойду-ка я на болото загляну. Багульник. Багульник. Даже какая сушь. Редкий гриб. Старый. А вот здесь чувствуется болото. Хорись куда-нибудь проварился.
здесь уже проваливается. Да нахрен это клюква, поедем камни собирать. Так, где-нибудь провалишься и сгинешь один. Прежде чем долбить жилу, решил посмотреть немножко отвал. Неплохой образец. На мой взгляд, попался. Во-первых, он не маленький. Водички надо. Вот тут гранат неплохой, целая семья. С одной стороны, с другой стороны, вот здесь, вот видите, в кварце гранат тоже. И где-то еще. А, вот целый слой. Целый слой гранатовых. Как бисер. Ладно, отложим его. Конечно, вот здесь вот, скорее всего, по трещинке тоже может быть он. Ну, начнешь разбивать, расколачивать образец аккуратно, все равно сломаешь какие-то кристаллы, поэтому не стоит. Продолжаю долбить ямку. Хорошо разбирается жила, но уж больно они бывают неподъемные кусочки. Несколько не такой хотелось кварц. Вот здесь вот он чернущий и шпат. Похоже, что не такой. Ну, это седало удобное стало. О! Я тут на эту сторону перевернулся. Тут вот слюдка идет. Слюдка, значит, интересно. Вот какой-то кварц, ну, такой вот полупрозрачный, желательно. Ну, вот этот выкинул более-менее. Кидаешь, кидаешь. И пробросить можно. Да я тут уже ломиком поработал. Такой же черный. Вот тут вот слюдка идет хоть. Где слюдка, там точно гранат может быть.
не понять. Тут справа, справа часть отвала. Вот видно, что похоже на отвал, хотя, хотя нет, смотрите-ка, какая она плотная. Блоки лежат плотные. Вот такой вот слитки с кварцем. Может быть, мелкий гранат. Мелкий гранат здесь лучше, он прозрачный. Опять же, крупный он. Есть крупный. Сам кварц красивый, конечно, но не тот. Похоже, что не тот. Следы-то здесь сколько? Ну вот мелкий гранат попался, его плохо видно. Вот здесь вот видно. Вау. Вот гранат там. Слюдка прилеплена. Здесь вот мелочь. Там. Ну, это хоть интересно, а то уж хотел яму бросать. А тут какой-то хоть шанс появился. Отложим. Ладно, продолжу. Продолжу. Тогда надо вот это все обрушить и заглубиться. Хорошая слюда такими ошметками идет. Где-нибудь на одоедок точно бы знал, что за ней надо идти. А тут хрен поймет еще. Хотя шпат интересный. Здесь чисто белый, есть желта. Такой ровненький. Мне по душе, конечно, вот такое вот. Вот если занор, допустим, ну здесь вряд ли, вот такой светленький, а занорный, он уже вот такой начинается, изъеденный весь, коричневый. Не падать. Ну, слепой, ничего не вижу. То ли кварц, то ли гранатик. Отложу, там разберемся. Ну вот, интересно. И здесь что-то похожее. Вот шпат белый, белый, белый. А потом, видите, полость выложена вот таким вот шпатом. Вот, видимо, своего рода занорчик тоже. Вот гранат.
И тут гранатик сидит. Как бы его сфотографировать-то? Ой, все расплывается. Все плывет. Ну, в общем, понятно, да? Так. И этот, который я взял, видимо, тоже вот эта часть изъеденная. Да, тоже гранатик маленький сидит. Вот и смотришь тогда, что здесь может быть. Вот, но здесь ничего не видно. А там раз надуй, ага, берил, аквамарин. Эх. Ну что тут еще? Ничего не видать. Не видать. Как-то по левой шпатовой зануришь. Надо книги почитать. Рассыпается. Рассыпается. Жилка, конечно, была немножко скрыта. Зима, лето, перепад температур, вода попала, вот тебе и разрушилось. Солнышко не в яме. Видно плохо. И вот растения, корни свои. Или тоже разгребают шпат. Вон они, видите? Вот слюдка идет ручейком таким вот. Вот так вот. Вот, вот здесь, вот здесь. Вот, вот где слюдка, там гранат, ну, очень мелкий. Вот. Положим образец. Может быть, располовину по гранату. Там посмотрим. Сохранится или нет. Следы-то, следы сколько. О, ужас. Красота.
Наработался сегодня, даже руки дрожат. Ладно, сейчас вот здесь вот уберу. Вот шпати, это я показывал. Селедка надо будет помыть аккуратненько. Вот то в кварце, то в шпате встречается гранатик. Вообще шпат какой стал. Оранжево-розовый. Вот она ручейками здесь. А что, граната нет? Нет, вот тут вот где слюдка встречается гранат. Ну такую балду же не попрешь. Килограмм 8 мне, наверное, 7. Располовиню. Посмотрим, что там. Да. Где же крупный гранат? Кто мне скажет?